Всем привет! Вы на канале Сам Себе Рыбак. И сегодня мы приехали на небольшое озеро половить окуня. Озеро находится в деревне Дуроевская. Сегодня у нас непростая рыбалка. Сегодня рыбалка встречи двух каналов. Канал Рыбачок с Коныши и мой канал. Ссылка на канал Виталика будет в описании. Заходите, смотрите. Канал очень хороший о нашей местной рыбалке. Сейчас посмотрим, что будет клевать. Я решил закинуть поплавочную удочку, но пока нету поклевок. Также кидаю на спиннинг, на вертушечку небольшую, мэпсовскую. Вот такая вот единичка. Пока тоже поклевок не было. Ну ничего, посмотрим, что будет дальше. Вот первая поклевочка. Есть. С почином меня! Акушарик на поплывочку! Да? Вот такой вот красавец. Работает мой обряд. Так. Так. Ну что, рыбу я брать не буду, я отпускаю сегодня. Ой. Ну вот, червячок. Сегодня у нас 5 октября. Температура за бортом где-то 5 градусов. Вчера у нас погода, конечно, буйствовала. Вчера пролетало очень много снега. Так что от перемены погоды, конечно, может быть рыбка и не хочет клевать так яро. Но посмотрим, что будет дальше. Так, сейчас перейдем немножечко на другое место. Попробуем здесь. Где-то рыбка должна стоять. Пока, да, тишина. Осень. Вот такая вот красота на озере. Поплывок молчит. Ну что, друзья, приезжаем мы на другое озеро. Виталик на спиннинг ничего не половил. Но я поймал от одного окуня на поплывочку. И все, больше поклевок не было. На озеро мы приезжаем секретное. Так что название я не буду говорить. Виталика там вся рыба привязана. Так что сейчас сам буду первый раз там. Посмотрим.
Ну вот, переехали мы на другое место. Виталик уже орыбился. Вытащил на воблера небольшого щуренка. Я пока еще никого не вытащил. Но ничего, я еще и поплавочку не раскидывал. Посмотрим. Путешествие на плоту. Да, ты как раз там в кадре. Третьего лица, я третьего лица. Плыву на зарыбленные места. Гонки на плотах. Да. Ну вот, рыболовный день на сегодня закончен. Рыба совсем отказывается клевать. Все, наверное, сезон жидкой воды у нас закончен. Сейчас будем ждать только перволедья. Виталик там еще пробует, кидает. Ну, рыбалка, я считаю, сегодня прошла не зря. Мы познакомились с Виталиком. Вот сделали первый выезд. Пусть вроде бы и неудачный, но все равно интересно. Покатались на плотах, поездили по разным озерам, рекам. Сейчас поедем, наверное, да, только если уже когда будет первый лед. Так что, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. И когда начнется у нас первый лед, зима, тогда мы уже точно оторвемся по рыбе. Также я буду ловить на своих самодельных чертей. И не забывайте также подписываться на канал Виталика, потому что у него очень много разных видео с больших озер, с вожи, из наших местных. Неплохая рыба, очень интересный контент. Всем до скорых встреч. Пока.